Вы смотрите видео об отеле Алкоклар. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Алкоклар расположен в стране Турция в регионе Улудаг и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Расстояние до аэропорта 60 километров. Отель находится в первой зоне катания горнолыжного центра Улудаг. Красивый вид на гору и горнолыжные трассы, смотровой зал отеля на протяжении долгих лет продолжает оставаться самым популярным и посещаемым местом Улудага. На территории отеля имеется доктор платно, обмен валюты, парикмахерская платно, прачечная платно, магазины, Wi-Fi бесплатно. Отель принимает кредитные карты MasterCard, Visa. Комментарии, услуги доктора по запросу. В номерах есть количество номеров 74. Номерной фонд отеля состоит из Family Room 19, площадь 32 квадратных метра, покрытие пола, ламинат. Стандарт Room 55, площадь 25 квадратных метров. Тип дополнительного спального места, раскладная кровать. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть дискотека платно, сауна бесплатно, массаж платно, бильярд бесплатно. Комментарий, прокат горнолыжного снаряжения и техники платно 800 лыж, 200 сноубордов, примерные цены, горнолыжное снаряжение, лыжи, обувь, палки, 22 знак доллара в день, сноуборд и обувь, 22 знак доллара в день, сноуборд, 14 знак доллара в день, обувь, 14 знак доллара в день, сноублит и обувь, 22 знак доллара в день, шлем, 9 знак доллара в день, куртка и брюки, 14 знак доллара в день, подставка для лыж, 9 знак доллара в час. Сноутьюб, 9 знак доллара, час. Снегоход, 100 знак доллара, час. Частные и групповые уроки платно, примерные цены, уроки катания на лыжах, 67 знак доллара, час человека. 28 знак доллара, час за 5 человек. Уроки катания на сноуборде, 67 знак доллара, час человека. 28 знак доллара, час за 5 человек. Комната для хранения лыж и сноубордов платно, примерная стоимость 15 знак доллара в день. Примерные цены скипас на человека, 1 день 35 долларов, 2 дня 60 долларов, 3 дня 85 долларов, 4 дня 100 долларов, 5 дней 114 долларов. Для детей есть детские стульчики в ресторане, мини-клуб, комментарий, мини-клуб для детей в возрасте от 6-12 лет, часы работы с 10 часов ровно до 22 часов ровно, услуги няни доступны с 10 часов ровно до 22 часов ровно, примерная стоимость 50 лир в час. Год постройки гостиницы – 1959. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.